По всей территории республики проходит экологический благотворительный веломарафон «Поддержка Муйнака». Целью мероприятия является решение экологических проблем и улучшение условий жизни населения, проживающего в регионе Приоралья. Веломарафон, который охватил все регионы страны, стартовал 21 мая в Ханабаде в Андижанской области. Благотворительная акция направлена на популяризацию велоспорта, а также на создание необходимых условий для занятий спортом среди молодежи и улучшение условий жизни в Приоралье путем привлечения внимания общественности к решению экологических проблем. Участники благотворительной акции преодолели около 40 километров. Маршрут марафонцев проходил через город Алмалык, Ахангаранский, Пскенский и Юкары-Черчикские районы. В пути их поддержали и любители спорта разных возрастов. Участники, преодолев установленную дистанцию, достигли финиша в Нуравшане. Завтра Ташкентская область передаст эстафету городу Ташкенту. Затем марафон будет проходить и в других регионах. Финальный этап марафона пройдет 5 июня в Муйнаке. Культурное мероприятие в центре города Нуравшан стало продолжением веломарафона. На церемонии была отмечена важность его проведения в укреплении здоровья молодого поколения. По итогам благотворительной акции участникам были вручены памятные подарки и дипломы. Главная цель – это популяризация велоспорта. Нас в пути поддержали молодежь, женщины, дети и даже пожилые. Говоря о пользе, в первую очередь велоспорт очень полезен для здоровья, помогает сбросить лишний вес, улучшает кровообращение, тренирует сердечную мышцу, предотвращает возникновение таких заболеваний, как сахарный диабет, инсульт. Я приехал из Чиназа, мне 71, но здесь я чувствую себя молодым 18-летним юношей. Главой государства была поставлена задача улучшить спорт в стране. Значит, мы, старшее поколение, должны направлять правильное русло молодых людей и подавать им соответствующий пример. Я призываю всех к здоровому образу жизни. Занимайтесь спортом и не болейте. Мероприятие продолжилось концертной программой и выступлениями творческих групп. Завтра веломарафон будет проходить в столице. Участники через Сырдарьинскую область отправятся в Муйнакский район Республики Каракалпакстан. Стоит отметить, что спонсорские и благотворительные средства, собранные в рамках данного мероприятия, будут направлены на развитие благосостояния села Али-Аул в Муйнакском районе.